Чтобы новогодние праздники прошли без происшествий, подготовку к ним необходимо начинать уже сейчас. В декабре сотрудники МЧС проверят безопасность зданий и площадей, где запланировано проведение массовых мероприятий. Кроме того, под надзором в преддверии торжеств объекты хранения и реализации пиротехники. Таких в регионе 6. Особое внимание к новым торговцам на рынке салютов. С 30 декабря по 10 января сотрудники МЧС будут работать в режиме повышенной готовности, чтобы в случае беды незамедлительно среагировать и помочь. Организация функционирования оперативного штаба в период с 30.12 по 10.01.2016. Организация дежурств сотрудников ФГПС, а также выставление пожарных постов на объекты задействовать проведением мероприятий с массовым прибыванием людей. Круглосуточный дежурств руководящий состав подразделений Государственной противопожарной службы.